Добро пожаловать, всем привет, и мы продолжаем прохождение игры Limbo, самая умиротворенная и спокойная игра. Ну, так сказать, местами спокойная, ну и значит что? Это наш главный герой, он замотан, так сказать, в паутину паука, и нам нужно срочно выбираться так, и быстренько катить этот шар. Так, давай, кати. Кати, давай. Только главное нам не упасть. Ой, там паук. Там паук бежит за нами. Быстрее, кати. Так. Пока нас паук не сожрал. Быстрее. Пауки тут очень опасные. В прошлой серии нам попался один из пауков, и он капец какой жесткий был. Давай. Давай, оп, шикарно. Так, и мы выбираемся. Вот он, наш главный герой. Значит, игра в стиле нуар. Тут нету никаких диалогов. Тут нету какой-то предыстории. То есть мы чисто очнулись в лесу и сразу начали куда-то бежать. Так, вижу человечка. Оу, не-не-не. Капец. Тихо. Ух, как мы можем выбраться или что? Так, окей. Так, лучше нам... Давай, оп. Ой, да... нет! Это было неожиданно, да ты что? Так нельзя. Так нельзя. Так, подожди. А как тогда? Ладно, смотри. Оп. Хе-хе, обманули капкан. Так, тихо. Так, окей. Нормально. Давай, забираемся. Так, ну и раскачиваемся. Значит, довольно-таки тут... Большая часть геймплея состоит из такого прекрасного паркура. Наш главный герой паркурист, но он очень хрупкий, прям как хрустальное стеклышко. То есть дунули и все нафиг и убили нашего пацана вот этого. Так, давай, забираемся. Довольно-таки я уже почти наловчился. Так, я так понимаю, мы не первые, кто упали в этот странный... Ой, тихо. Да куда ты, блин? Я так удачно этот момент прошел. Я думал, там будет сохранение, но нет, нифига подобного. Так, давай, раз, два, три. Оп, да куда ты, тихо. Во, шикарно. Тихо, да... Блин, вообще сложно. Вообще сложно. Значит, у нас только управление в виде клавиши Ctrl и в виде самых обычных клавиш стрелочек, даже не WASD. Представляешь? Так, окей, оп. Все шикарно. Так, вот главное там запаркурить. Бежим. Давай, раз. Оп. Смотри, дотягивается. Так, все, давай. Оп. Давай. Так, шикарно. Собирайся, засранец. Так. Оп. Прыжок всей жизни. Великолепно. Прыжок еще один. Мировой прыжок. Есть. Тихо, вот это опасно. Чувствуется опасно или как? Че это как? Оу, не-не-не-не-не-не-не. Это как так было? А как? Как этот момент пройти? Да ты что? А, тут сохранение. Хух, я подумал, что сейчас опять с капкана начнем. Так. Тихо. Оп. Шикарно. Хух. Довольно-таки просто. Но в первый раз не просто. Оп. Е-е-е, вообще опасная тема. Тихо. Хух-хух-хух. Да ты чё? Да ты чё? Да ты чё? Как? А как? Давай, раз. Давай, вот так, шикарно. Да блин, а как мне? Как мне это пройти? Смотри, раз, два, три. Оу! Это круто. Так. А, тут, тихо. Нифига, вот это была подлянка вообще такая жесткая. Но мы на нее не попались. Так, все, бежим. Ух, круто то, что тут сохранялки автоматом идут. Так, бежим. Куда бежим? Ой! А вот это мне не нравится. Так. Ой! Тихо. Тихо. Так, может как-то... О, нормально. Оу, тихо, чувак! Это ты делал, оказывается, вот этой клешней. Ну-ка, куда ты убежал? Я тут один в этом лесу. Мне срочно нужна подмога. Давай ты станешь моим другом. Ну, нифига подобного с такой фигней. Нам никто не станет другом. С
смотри, какие ловушки устраивают. Так, давай тупо бежать навстречу. Так. Да, в смысле? А как я это пройду? Ну, окей, смотри, значит, нужно, наверное, обратно перепрыгнуть. Вот сейчас это... жопа покатится. Во-во-во-во-во, все, назад. Назад! Какое-то колесо фортуны за нами летит. Ух, шикарно, офигеть. Огненное колесо. Так, ну все, мы это проходим. Еще? Еще что ли? Оп! Да ты чё? А, это какая-то фигня. Так, ничего себе. Ах вы сволочи, я вас сейчас поймаю и всех там порешаю. Так, быстрей. Быстрей, я вас сейчас вообще тут... нафиг отбивную сделаю за такие дела. Так, нельзя с нашим героем поступать. Так, давай. Но они какие-то прям высокие. Ты видел, ну вот, соотношение это размера. То есть наш главный герой... ой. Так, точняк ловушка! Сволочь! Блин, я так и знал, что там ловушка. Я ж тебе говорил. Я тебе говорил, что там ловушка. Так, а как нам пройти? Может как-то... ай, блин, а не получается. Нужно бежать, наверное, пока он там это веревки вьет. Ай, да. А как пройти тогда? Так вот как это проходится. Подожди, стой. Оказывается, смотри. Нужно вот так добежать. Раз. Потом... давай. Да блин, он все равно как так-то? Этот капкан нас ловит и все. Смотри, может с помощью вот, вот такой фигни. О! Ничего себе, это вот так нужно, оказывается, проходить? Так, ладно, давай забираемся. Быстрей, как настоящий, блин, пират Карибских морей. О, ты посмотри, какой гад забирает с собой веревку. Так, ладно, давай, раз, два, три, погнали. Там, надеюсь, нет капканов? Вроде как нет. Наконец-то мы прошли этот сложный момент. Реально очень сложный момент. Так, вижу. Алло, давай, тягай за рычаг. Тихо. Да, в смысле, да как ты меня поймал? Подожди, стой. Вот это нафиг не... давай. Давай, плыви, куда ты, блин, отталкивайся. Нужно толкнуть эту тему. Я тебя понял. Давай, прыжок веры. Давай, вот так, круто. Там паук этот бежит, блин, капец, это как в страшном сне. Что-то какая-то дрянь бежит, и ты быстро так бежишь. Как бы скорее бы удрать от этой херни. Так. Жди. Давай, оп, давай, есть, офигеть. Вот это мы вовремя. Так. Давай, в смысле, толкай, сосранец. Давай, быстрей. Оп. Капец, охренеть. Так. Тихо. Ху-ху-ху. Капец, он меня напугал. Сволочь. Ай, не сметь. Давай. Бум, паук вонючий. Ты посмотри какой. Хух, проходим. Вот это было сложно. Вот это было реально сложно, но как-никак оно проходится. Почти с первого раза. Так. Давай. Давай, вообще просто страшно. Какой-то прям мир, который вообще на каждом шагу. То либо капкан, то еще какая-то херня. Так, давай быстрей. Вроде пока никаких ловушек. Чисто бежим. В неизвестном направлении. Давай, раз, два, три, четыре. Давай, тихо. Так. Есть. Круто. Вообще напоминает игру Creepy Tale, которая вышла где-то года два назад, что ли. Воу. Да в смысле, ты чё? А как мне с этой фигней противостоять? Чё, доползёт? Ползи сюда. Ползи сюда, давай. Давай, говнюк. Сюда иди. Опа, давай. Давай сюда иди. Ты чё? Ты чё творишь? Давай. Во. Все, еда готова. Во, только... тихо. Ты посмотри, подергивается еще. Ишь, какие хитрые, мудрые. Так. Подожди, как, где эта лапа?
Она как-то упала тут сюда, в темноту. Да возьми ты эту лапу. Чё ты лапу-то взять не хочешь? Оторвал же. А, либо нам нужно вот этот кокон придвинуть. Ну давай. Капец, страшный паук волосатый. Теперь это похоже на какую-то вонючую котлетку из школьной столовки. Такую волосатую, такую гадкую. Неприятную. Так, давай. Ну вот, все, готово, так. Главное сейчас прыжок веры, вот. Все, бежим. Бежим дальше, все легко. О, птичка. Но мы не обращаем на это внимания, это не важно. Ай, тихо. Так, давай наверх. Ай. Тихо, давай аккуратно. Наш главный герой такой хрупкий, вот с этой высоты упадет и все, хана. Так, давай, раз. Давай. Птичка, два. Так. Воу. Тихо. Я не знаю, походу... А, ну да, все верно. Там же большой, так сказать, обрыв вот здесь. Поэтому нам нужен обязательно ящик. Так. Пока все просто, легко и классно. Но это пока что. Потом начнется какая-то либо жесть. Давай, давай. Бежим, развиваем скорость. 100 километров в час. Хотя фиг знает. Опять же, я говорю, мне кажется, что это вообще... Воу. Ну, давай. Я тоже об этом подумал. Да, я тоже об этом подумал. Подожди, вот тут какой-то дядька идет к нам. Так. Ну. Окей. Спасибо за помощь. Да, давай. Видишь, ты уже тонуть начал, но не. Так, все клево. Фиг его знает, почему так делают, ну. Непонятно. Нам ничего не рассказывали о мире Лимб. О! Вижу. Вижу что-то ужасное. Чувак. Я вижу там внизу это натянутая леска. Ладно, давай. Ах ты, паскуда ты такая. Ну. Ладно. Тащи эту фигню. Во, все. Все, скатывайся. Давай быстрей. Тебе что, пинок под зад нужен? Давай. Оп. Тихо. Есть. Клево. Вообще, какие ловушки сложные. Что это за говняшки? Так. Надеюсь, они нас не тронут. Ай. Тихо. Чувак. Тут, походу, все мертвы в этой пещере. Ну, главное, что мы убежали из леса. Хотя мне как-то... О! Нифига! Я думал, нам нужно эту штуку перепрыгнуть. А тут вот такая вакханалия. Так, ищем. Опять же, какой-нибудь фиговый предмет, который лежит тут неправильно. Вот этот чувак. Возьми этого чувака, он там все равно спит, либо подох, непонятно. А как тогда? Как это пройти? А, ну если мы... А, ну нормально, хух. Спокуха. Это была подстава, это специальные разрабы так сделали, чтобы мы вот подумали, что нужно тут тоже перепрыгивать. Офигеть. Сложно, капец, как. Так, перепрыгнем. Давай, о май гад. Оу, ты чё? Ой, тихо. Назад. Вы чё, плохие, хорошие? А, не-не-не, да ты чё? Тихо. Походу, это какие-то папуасы, которые нас пытают... Блин. Которые нас пытаются атаковать. Так. Давай. Бежим. Опа! Так, один там сдох. Оп! Есть. И вот еще один папуас. Бум! Клёво. Шикарно. Вот так эта вся тема проходится легко и просто. Опять же, как с пауком, от которого мы вот пару минут назад бежали. Тихо. Оп, есть. Шикарно. Шикарно. Вообще, мне нравится эта нуар-игра. Стиль нуар. Вообще круто. Так, давай. Тихо, тут шестеренки какие-то уже, что-то интересное. Вижу, что нам нужно что-то подтолкнуть. Скорее всего... Так.
А в смысле, ты что, дальше не хочешь? Окей. Какая-то точно загадка. Давай. Ну, я не знаю, тут, конечно, загадка какая-то очень интересная. Давай пока на этом продолжим в следующей серии. На этом пока остановимся. Довольно-таки тут чувствуется сложная загадочка с этими веревками, с грузиками и шестеренками. Так что на этом пока все. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока.